Больше никого нету в округе. Давай попьем чайку. Природа, мать ее, иди. Чай. Рыбка. Тебе. Конфетулька где-то была у нас там. А с той рыбалочки оставалось. Конфетосик. Блядь, все печеньки раздавил. Чай с комарами. Терочек прилетел. Да, друзья. Балдеть не хочет ни хера клевать. Толком. Какой-то черок с белой головой, друзья, на макушке. Нифига что-то подклевывать. И ротан, и карась. Никто не хочет нам клювать. Сейчас достанем мы конфетку. Эту печенюшку. Угу.
дальше, чуть поглубже, и вот сюда. Ведет. Опа, ай да, красавчик мой, дорогой, путненький роташка. Давай, на место. Закидываем. Удлиним удочку. Чуть-чуть, чтобы так поаккуратнее можно было положить вот сюда. Без всяких зацепчиков. Лески. Думаю, еще можно чайка, друзья, бабахнуть. Термос классный, пермский, 1800 рублей. Хорошо держит, друзья. Ну, чесночинка у меня слупендили. Видите, как трава шевелится вот эта вот? Это вот не ветром. Сейчас, смотрите, она начнет качаться опять. Ее кто-то шевелит снизу. Вот видите, как дергается? Видите, видите? Опять начала. Думаю, вам заметно. Ладно. Братанчика надо вот так баловать движением на живке. Ой, бля, у нас червячок убегает. Иди сюда, побег из Шоушенка, бля. Шоушенк, блядь. Червячка оденем тебе живого. Сейчас посмотрим. Так, чесночок на месте. Чесночок на месте. Так, червячок зато. Херовый. Сейчас мы оденем вот такого живчика. Оп, живчика одели, чтоб он шевелился. Подшевеливаться будет. Хоп, вот сюда его хоп, кидаем. Зарядили его туда, торпеду нашу. Здесь вот так ложим удочку. Хоп, чтобы она готова лежала. И все. И ждем, сидим. Ага. О, клюнот. Ага. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ай, дай, да, красавчик. На, молодец. Другася. Давай. Хоп. Опа. Не успел конфетунку достать. Хотел так. О, опять клевать начал. Давай, поклевывай, поклевывай. Оп, наживчика пошел. На живого червячка. Видите, друзья? Интенсивность движения червяка дала о себе знать. Сейчас проверим. Раньше я вообще просто тупо на жабры ловил. Они у меня просто висели и все. Ну там подыгрывать самому приходилось. А тут сейчас проверяем на движение. Пускай шевелится сам червячок, а мы достанем конфетульку. Конфеточку достанем. Откроем. Ой-ой-ой, как красиво клюет. Ай-яй-яй. Клюет-то как красиво. Давай. Заглатывай. А да. Оп, есть. Можно.
можно сказать, три подряд поклевки, которые вытащил без промаха на интенсивного червя, шевелящегося чайно с комариком. Видите, друзьяшки, вкусный, сибирский. Ой. О, вкуснятка. На интенсивности. Ой, зацеп у нас какой-то, друзья. Что за зацеп? Охренеть. Не понял. Этого я не... даже не ждал. Ух. Зэх. Вообще четко, что отцепился. Слава богу. Богу слава. Хорошо, что подцепился. Так, чеснок на месте. От него так пахнет чесноком, вообще прямо это. Хоть даже он и в воде, но все равно чесноком попахивает. Сейчас мы оденем червячка и заново туда запиздюрим. Только вот сюда. Кто там был, я не знаю. Видать, кто-то завел туда и зацеп пошел. Но это нам не на руку нихера было. О, опять дернуло. Скворца напугал. Сейчас-то я все подергал, блядь. Поиспугал. Вот сюда зарядим. Здесь положим вот так. И ожидаем классную поклевку. Ротан-то у нас не из шугливых пацанов. Он хищник. В принципе, не должен был, как чубак, далеко уплыть. Как чебак далеко не уплывает. Я так думаю. Ну я уже по 30 поймал, друзья. Ротанчиков. Угу. Так, стоп. Профукал поклевку. Хорошо был, дернул. Сейчас вот так на место вернем в исходное положение, где было. И посмотрим. Ага, пошел. Оп, нормальненький такой. Босяцкий. Ну что, голову отрежь тут. Котам в основном достанется. Покушать. Короче, 30-40% от рыбы котам. Остальные 60 мне кушать. Потому что голова здоровая у ротана. У ротана большая голова, друзья. Ой. О, опять пошел. Давай. Угу. Мелкаш. Мелкаш тюкнул. Голодный год у нас. Мы отпускать не будем. Там у нас уже прилично, видите, мешочки в этом. Под сахара. О, еще пошел. Еще. Давай. Айда. Оп. Ага, ну каш. Ну, нормальный. Съедобный. Мелкаш, ну съедобный. Давай еще.
такой ситуации можно удочку не ложить. Три подряд оттуда выдрал. Сейчас можно еще чайка бахнуть успеть. Угу. Дюбнул бы уже. И на русские машины ездят. Ну, как сказать, друзья, с утра я не вижу тут смысла приезжать сюда, это раз. Ну почему? Потому что из-за таких маленьких ротанчиков тут, блядь, очень рано вставать не стоит. Как-то так. Чувствую, камера скоро сдохнет. Батареечка. Третья. Ну вот подергивает. Так, чуть-чуть его раззадорить. Не особо-то и раззадоривается. Угу. Да. Ладно, что-то в этом месте не особо хочет. Ну, сейчас вот сюда кину. Если сейчас не поймаете, то зарежу червячка живого. Живчика сделаю. Достаем червячка. Готовим его в боевую готовность. Где он у нас? Вот он. Вот он, красавчик. Айда сюда наш живчик. Давай. Давай, живчик. Айда сюда. Оп. Теперь берем вот так. И одеваем его.
Теперь вот сюда заряжаем его. Хопа. Все, заряд ушел. Ну, видите, сразу же плевать начал. Мелкаш, не мелкаш. Ах ты, блядь. Мелкаш, скорее всего, потому что крупный он, блядь, как даст, так и сразу сидит. Хотя, если в крючок с маленькой бородкой, с такой, не с такой широкой, а с такой, с коленом, то не сразу он может и зацепиться. Потому что у него рот большой, он может просто не успеть выскочить. Ну, такой вот салатик одеваешь, он у него в рот даже не помещается, можно сказать. И заклевывает его. Подклевывает. Давай. Попадайся. Друзья, замечаете, да, это вот вся рыбалка, короче, без нарезок. Получается онлайн, время и темнеет, да, видите вот. Широконоска орёт. Что-то не хочет здесь нихера вот. На живого. Сюда подкинем, маленько. Блин, фига. Небольшой, но нормальный. У меня червяк подлиннее на крючке, блядь, чем этот ротанчик. Камазяка какой-то летит. Уфазик поехал. Вон он, червяк плывет, вон. Сейчас увидите.
Ці люки свивалюють, блин. Ці фери, друзья. Прям валят, пока их не это. Не контролирую. Еще оденем живчика. Вот такого вот. Чтоб интенсивно работали, друзья, вот эти вот здесь. Стоят, нахуй, не клюют нихуя. А вот одеваешь живчика, нахуй. Ну, конечно же, на крючок. Извиняюсь за матерки. Ты вот ждешь, когда он попадется. Он ни хера не попадается. Нить дернул. Вот поддергивает. Раскачивает поплавок плавно. Пытается взять. Опа. А, сошел. О, сантиметрах, наверное, в 10 от верха воды. Широконоска плывет. О, летят даже две. Хотят они клювать сильно. Ну, в принципе, ротаны-то так и клюют. Такой вот, как бы, периодичности по времени. Они тусуются-то на месте в основном. Их нужно перебрасывать почаще, это раз. И два, они здесь мелковатые, поэтому я, как бы, по объему их немного-то поймал. Но если бы крупные были, у меня бы их уже было предостаточно. Вау, какой-то аж утопил, прикиньте, друзья, вообще просто утопил, жесть, сантиметров на 30 поплавок, утонул нафиг. 30 сантиметров прямо ушел он. Под воду какой-то матерый был, сейчас вернется. Сейчас он вернется, друзья. Его даже можно вот, вот видите, предугадать. Айда, вот он. Но это не он, это не матерый. Который был. Киданем его туда. Здесь подправим червей. И киданем опять сюда вот. Материка подождем. Он там шороху-то навел, он движение такое создал. Они все там увидели, что этот кинулся на кого-то, не понял. Кто там, что там, блядь. И он исчез, друзья. Растворился. В голубом небе и исчез в белом мешке из-под сахара. Проверяем движениями. Вот проходит 5 секунд, к примеру. Продергиваем сантиметров 20-30. Ждем. Не идет, да? Подкидываем в другое место. Ждем. Вот. Проходит сколько-то опять времени. Ага, нету. Теперь протаскиваем вот сюда. Опускаем, смотрим, ждем. Ага, есть кто, нет? Хайлюкс поехал.
Ага, тут никого нет, друзья, но кто-то у нас шевелит травину. Непонятный кто-то. Значит, кидаем вот сюда. Вот так кинули и ждем. Вот сидим, ждем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Протягиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага, нету. Дальше. Угу. И так примерно через определенное количество времени продергиваем. Угу. Теперь нам можно сделать что? Можно чуть-чуть поменьше глубинку сделать. Чуть-чуть. И вот сюда вот бабахнуть. Вот сюда прям. Вот сюда. Где мы вот сюда подкидывали. И вот сюда вот так встать. И посмотреть. Я сюда давно уже не подкидывал. Он уже, наверное, подошел сюда. Уже с фарами ездят, друзья. Уже фары светят. Видите, вот здесь вот шевелит кто-то, блин. Вот кто шевелит, непонятно. Траву эту шевелит кто-то и все. Самое интересное вот здесь так же самое. Да и не только здесь, друзья. В разных местах трава шевелится. Скоро уже у нас камера сдохнет. Хотелось бы всем сказать спасибо, кто досматривает это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Большое всем спасибо. Кто-то пешком идет, что ли? Или на велике? Разговаривает там. Да, друзья. Может, потому что черви не сильно живые сейчас одеты. Покусанные. А может быть, уже темнеет. Из-за этого интенсивность поклевки прекращается. Как-то так.
комаров внизу, вон сколько летает. Просто вот ради интереса сейчас, друзьяшки, я вам сосчитаю ротанчиков, сколько я наловил. Ну, ради интереса, пока камера не сдохла, может, вам видно будет. Так, давайте первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. 38 ротанчиков. Нормально, чё. Пойдёт. Почистим дома, да, пожарим. Костей в них нет. Можно в сметане жарить, можно на масле в муке. На масле, если в муке пережаривать посильнее, они вообще будут, во, классные. Их будешь с хрустичком хавать. О! Вроде бы дернул. А может быть, мне показалось. Живчика, живчика нам надо. Вот он выползает, как раз засранец. Вот живчик. Ага, молодец, сам. Сам идет, кротану в рот. Я тебя не хотел трогать, но ты вылез, красавчик. Я бы тебя не взял, если бы ты не вылез. Вот, сейчас на тебя поймаем 39-го ротана. Ну что, друзья, 39-го я так еще не поймал. Вставляем батарею. Вставляем. Последняя батарейка, заряженная, которая с собой. Сейчас поклевок не стало, друзья. Сейчас попробую отойти в другое место. Там не обловлено сейчас, как бы уже давно. Никто не ловил. Сейчас проверим, как она будет. Просто чуть-чуть сделаем поменьше глубину. Глубину поменьше, друзья, делаем. Вот сюда подходим и кидаем. Вот, проверяем. Сейчас проверим. Вот так, оп, прозвоним. Вот, чпокнул там где-то справа. Ага. Есть, нету. Сейчас узнаем. Так, здесь нету. Сразу, ну, в смысле, как бы кинул, не клюнуло. Вот. Китайцы разговаривают у нас. Уньки хахуай. Конничуа. Андатор только, блядь, когда в нее удочку кинешь, тогда боится. А так нихера сильно не боится. Кто-то не брезговал, семечки наяривал после червей. Угу. Вроде бы что-то начало дергать.
если бы мне не показалось. Сейчас посмотрим, в трубе она поплыла. Угу, в трубу хочет выплыть. Так, а сейчас она хочет выплыть. Вторую трубу. Пузыри. Сука, далеко. Просто прикольно, нихера. Она какой путь проделала? В ту лужу через трубу, друзья. Это вообще зачет. А там где-то, говорит, плотина бобриная есть. Ну-ка сходить посмотреть. Посмотрю сейчас, где она есть. Но я до туда, наверное, не дойду в сапогах. Стоит, не стоит туда идти. Или не надо идти. Блин. Где она есть-то? Просто пробежаться по-быстрому. Ага, не получится. Тут вода, друзья. Ладно. Не пойду. В следующий раз сапоги одену. Посмотрю. В следующий раз. Вот во вторую трубу зашла и пошла. И там еще метров 10 проплыла. И здесь дорога метров 20. Грубо говоря, 30-ку где-то проплыла под водой. И вынырнула. Вот. Так, ладно. Хрен с ней. Так. Сейчас посмотрим, где у нас ротанчик. Затусовался-то, бедный. Но вкусный. Черва где-то летит. Нифига, друзья, у меня уже почти 28 гигов. Сегодняшней рыбалки. Сейчас приду, это в течение нескольких минут там не клюнет, я срываюсь и, короче, домой. У меня получается сейчас на запись осталось примерно, ну, минут на 7 всего вообще. Вот сейчас, как после того, как батарею включил. Сейчас проверим вот здесь. По идее, можно уже червей складывать. Можно термос собирать. Так, червей. Печенюшки у нас тут остались. Можно их чуть-чуть прибрать как-то. Поаккуратненькому. Взять. Положить их туда вовнутрь. Так, сюда вот термос. Сейчас мы бабахаем. Получается. Вот так вот термос бабахаем. Вот сюда. Вот так вот термос бабахнем. Угу. О, червячок выползает у нас. Трескунок прилетел. Он хотел съесть, меня услышал. Так. Засовываем это все дело сюда. Ну, ротаны, я думаю, тоже уже больше не будет. Да, да. Все, собираемся, друзья.
38 штучек ротанчиков, ну где-то грамм 700 по весу, на мой взгляд. Ну как щучка, только откинется и будет грамм примерно 400 рыбы. Так, чуть-чуть перед сном перекусить. Правда, у меня жена морскую сегодня жарит. Сейчас уже жарит. Дозвониться не может, пойди до меня. Ничего страшного. Почищу, а она жарит. Так что давайте все, друзья. Всем пока. Удачи всем. До новых встреч на рыбалке с Fisherman Hunter. Вот такой вот салат из червей и чеснока. Так, все. Скидываем. Завязываем. Прибираем все сюда. Так, закрываем удочки. Вожу я их в таком чехле ружейном. Ну, это не тот, в котором я ружье свое таскаю. Это другой чехол. Ладно, всем спасибо, всем пока. Памяти, короче, 100 мегабайт осталось. Все, всем пока. Спасибо за то, что посмотрели мои видосы сегодня. Так, друзья, второй день лета, рыбачу. На ротана приехал. Опа. Остался. Ну, тут у меня уже он есть. 3, 6, 9, 12. Это 13-й чебачок один. Вот такие дела, друзья. Мелкий клюет. Вчерашний я пожарил. Сегодня можно тоже поймать, пожарить. Надевая живчика почаще. На 3-4 ротанчика хватает живчика. Вот. Берешь и кидаешь, стараешься в одно место куда-то. Туда вот. И все. И ждешь. Главное, на одну удочку клюет, на вторую вообще не это. Ни разу даже не дернуло. Видите, кинул туда. Вот сейчас будем брать. За ночь 25 гигов загрузил видосов вчерашних. Ну что там, мелкий походу. Не, покрупнее. Покрупнее, друзья. Покрупнее тут тукнул. Как бы это второй уже такой, остальные все мелкие. Друзьяшки. Сегодня уже клеща поймал. Съездил в одно место на озеро проверить. Там раньше крупные были. Сейчас что-то их там нету. Вообще 3 штучки маленьких поймал, но я их даже брать не стал, выкинул. Думал, крупный будет ловить, а нихера. Пришлось сюда вернуться, короче, во вчерашнее место. Приехать. Сегодня уже дождик моросить начинал 2 раза. Но на 9 часов передают крупный дождь. Много дождя передают. Много дождя будет. Короче, 100% влажности. Ну посмотрим, осталось где-то 1.5 часа. До этой 100% влажности. Так что, друзья, нам не надо мочкой щелкать. Работаем интенсивно, закидываем, не ленимся, короче, менять насадки, добавлять червей. Вот опять поклевывает. Сейчас проверим, что там. Мелочь, шпарит, блин. Там, где по Андатре вчера кидал камень. Сегодня уже, кстати, здесь она опять проплыла. И вот это... Что я хотел сказать-то? В ту трубу сегодня, короче, чебаки наяривают. Сегодня я уже здесь чебака поймал, и мужичок одного поймал. Вот ведет же. Маленький, блин, ротан. Ведет нафиг ротан. Ну ничего, вчера пожарили, короче. Лимонеллу, короче. И ротанов. По сравнению с лимонеллой. Ротаны вообще классные. С костями пережарили в масле. В муке маленечко. Прям с костями ели. Вкуснее, чем лимонелла. Лимонелла какая-то вся влажная какая-то, сочная такая. Это такой суховатый, прям вкусный. Классный был ротан. Всех до одного пожарили.
мелких этих даже. Вот опять вести начинают потихонечку. Клёвывает, видите как? Надеюсь, хорошо видно. Давай, айда. А, сошел. Сошел, друзья. Ротанишка. Ну, думаю, видно. Четко, друзья. Ведет. Айда, хоп. Ну маленький, ёптать. Друзья, что тут? Голову ему срежешь и все. Червячка отдай. Охренеть, он заглотил червя этого здоровенного. Ну ладно, чё кого. Ничего страшного. Голову отрежешь. Остается как бы еще мяско. Ну это от безысходности. Охота рыбы. Они классные, блин, друзья. Кто хавал, тот знает. И согласится со мной, что ротан вкусная рыба. Конечно, если бы ловились крупные, я бы таких выкидывал. Но они не ловятся. Вот такие, друзья, дела. Видите, а та удочка стоит вообще хоть бы хер. Вообще ни хера не реагирует на нее. Нету даже поклевок. Никаких поклевок нет. Машина поехала. Давай посмотрим, вот опять пошла поклевка. Угу. Классная поклевка была. Ох ты. Там или крючок, или леска. Непонятно, что мешает. Вообще не подходит к ней, к той удочке. Она вот эта классная, или место такое, или что, вообще не пойму. Сегодня не помню, уже сказал я вам про клеща. Клеща поймал, короче. По руке полз. Вот. Угу. Опять маленький малыш, блин. По идее, таких на щуку надо. Ну ничего. Будет и крупнее у нас нынче рыба. Я не представляю, что там творится сейчас, что за рыба ходит. Может, завтра мне принести в боксе или когда там камеру опустить, чтоб видно было, как там она ходит. И попробовать через Wi-Fi связаться. Обалдеть, точно. Вот так дернем. Комар жужжит, друзья, вообще слышно, да? Я же их не всех выловил, ё-моё. Испугал, наверное, кто-то. Угу, начинает потихоньку растачивать.
Шатает, шатает. Вести начинает. Попробуем. Ага, есть. Пойдет. Как гальяны. Размером. Наверное, потому что, блин, у меня сейчас червячки худые. Не очень долбит. Велосипедисты. Покрупнее, чем тот. Чуть-чуть покрупнее, чем тот. Вообще получается. Через нижнюю губу. И в верхнюю. Так, возьмем червячка тоненького. Ну, который сверху был. Так, его. Короче, сосед вчера ездил без меня на рыбалку на карасей. Там, где у меня видосик будет. Короче, 1,5 ведра карасей поймал. Ну, он где-то часов 12 уехал. Часов, наверное, 9:30 приехал домой. Может, 8:30. Примерно так где-то. Так. Сейчас закроем червячков. Присядем. На баночку. А то пальцы устают, блин, в сапогах. Давится в носике. Ногти. Давит. Вот опять поддалбливает. Пошел. О! Нормальдос. Пойдет раташка. Ратушка. Вот странно, почему на ту удочку вообще не долбит. Видите, вести начинает. Потянем. Ага. Есть. Раташка. Рататататашка. Ну-ка попробуем к этой удочке поближе кинуть. Проверим, в чем у нее дело-то. Ну, здесь глубина маленькая. Как бы поближе попробую подкинуть. Вот так. Вот так сейчас. Станет поплавок пойдет. Здесь проверим. Кинули сюда, ага. Ладно. Ладно, закинули эту удочку сюда. Сейчас подкинем ту большую. Более ближе. Закинем. Вот червяк все как надо одет. Вот сюда сейчас кинем. И вот сюда вот так подтянем. Вот так, друзья, подтянем. И вот сюда поставим. И пускай стоит. Может быть, будет клевать. Вот, видите, первая это клюет, а вторая нихуя не хочет. Так, проверим. Угу. Сожрали полностью червя, прикиньте. Вообще целиком обожрали. Значит, сейчас... Так, тихо. Сейчас оденем пожирнее. Чего-нибудь пожирнее оденем. Вот оденем вот такого червя и проверим, что у нас тут есть, нет. Из ротаних пород. Видите? А там поплавок стоит, вообще хоть бахни. Вообще не хочет. Что за хрень, вообще не пойму, друзья. Здесь уже тащить пора. Вот так, хоп. Ага, есть раташка. Открой рот.
зубами цепляет волну. Да, давай, Раташка, ловись. Ловись, Раташка, большой-большой. Грамм на 300 бы таких штук 10 поймать, вообще бы четко было. Вау, машина пролетела, как вау. Классная машина, опять подклевывает, видите? Блин, что делать-то, друзья, вообще не знаю. Как быть на ту удочку, вообще не хочет. А здесь вести начинает, видите? Ведет, сейчас потяну. Сейчас раз, два, три, четыре, пять. Так, вот так, хоп. Ага, есть. Видите, заглатывал, но он сразу, наверное, взял и заглатывал. Ну, то, что он не сильно большой, поэтому он, наверное, так по чуть-чуть дёр-дёр-дёр-дёр-дёр. Стоит, заглатывает. Видит, что червяк лох не уплывает. Никуда не это, не уползает, ничего не делает. И ему по барабану, наверное, становится. Он по чуть-чуть так чик-чик-чик-чик так его поддал, блин. Сейчас попробую это перекинуть. Сейчас вот это, друзья. Ну ладно. Сейчас попробуем сделать вот так. Вот видите, здесь у нас вот такая вот хрень. Вообще непонятно, чё, блядь. Или он боится этих грузиков, или чё, блядь. Глубина та же самая. Вот смотрите. Сейчас